так, как сказать, запарно смотреть, потому что, ну, это по факту реально дрочильня. Так, Shift-Alt вроде, не? Alt-Enter. Подождите, а как мне полноэкранный режим-то все сделать? Сделан полноэкранный режим. Как мне сделать-то, я уже не помню. Как мне сделать? Не-не-не-не-не, подождите. А вот, все нашла. Ой. Я думала, ты сначала прыгнул. Шикарный пукчем, чё вы? Ля, какой пукчем. Насколько сильно вы любите свои игры? Готов покорить гору, готов отправиться в поход, готов прогуляться. По-моему... Разница. Типа оригинальный или старенький, да? Новенький или новенький? Лявок. Ну, мы будем играть за Криса, ребята, если что. Потому что он, у него дополнительные слоты в игре. Команда Альфа осматривает лесной массив на северо-западе Ракун-Сити, где мы разыскиваем вертолет наших сослуживцев, команды Браво, пропавших во время выполнения своего задания. Ну, команда Браво — это кто был у нас? Зеро. Волна странных убийств захлестнула Ракун-Сити. Поступают необычные сообщения о группе из десятка людей, нападающей на семьи. Судя по всему, жертвами были. Команду Браво послали провести расследование, но связь с ними прервалась. Смотри, Крис. Вертолет команды Браво был брошен. Ой, сейчас посмотрим. С останками тела Кевина. Кевин! Они убили Кевина! Сволочи! Мы продолжили поиски. Блин, Вескера. Мы знаем, кто такой Вескер, это посол, конечно. Но все обернулось кошмаром. Джилл тут классно выглядит, кстати. Пососно играть. У нее слотов меньше, она слабее. Не, давайте за Криса. Я за Криса, ребят. За Джилл мы в третьей части поиграем, ок? Это да, пеплок.
черт он творит? Крис, сюда! Дьявол! Бежим к тому особняку! Добро пожаловать в кошмар. Из отряда Старс остались трое. Капитан Вескер, Джилл и я. Куда делся Барри, мы не знаем. Все в порядке? Барри? Где Барри? Он... Нет. Что это было? Пойду проверю. Хорошо. Джилл и я осмотримся здесь. Крис, будь осторожен. Да. Ох уж эти любимые наши с вами заставочки дверей. Блин, знаю, что некоторые стримеры даже карту себе рисовали, что где находится, потому что тут нет такого. В Zero есть пометка, типа, что где находится из инвентаря, например. А в, ну, вот в первой части резика тут вообще, конечно, похардкорней в этом плане. А еще глянем разрешение, давайте. А не как сейчас, да. Ну потом глянем на сейв, засейвимся. Ну возьмем сразу. На экране статуса выберите предмет, сделайте выбор изучить. Вы увидите описание предмета. Так, В, по-моему, С или В. А, так, разрешение. Блин, сейчас вспоминать, где тут инвентарь. О, Н. Да, Н. Ну, я так плюс-минус помню, что где находится в игре. В плане загадок она, конечно, посложнее, чем первая часть. Ой, чем, ну, чем Zero. Да. Пожалуйста, не выключайте ваш компьютер. Сейчас посмотрим. Это графика. Вот сейчас лучше будет. Наверное. Да, вроде получше. А, кадры? Ваши 30 фепсов, пожалуйста, получите, распишитесь. Возможно, кстати, во вторую часть мы на PlayStation 5 будем играть. Посмотрим, что там на PlayStation 5. Как оно вообще... Крис красавчик, кстати.
помню эту комнату. Так, тут должен быть был зомбак вроде, не? Да. Слишком хорошо помню эту игру. Не кушай. Сука. Блин. А у меня пистолета нет? Ничего, блин. Мы так с ним и будем драться. А у меня нет. Сейчас мы закончим эту игру. В жопу иди. Кстати, эта моделька получше выглядит. По-моему, бы я в старую модельку играла. Вескер! Джилл? Где же они? О, пистолет, наконец-то. А то я отхватил от зомбаря, почем зря. У меня хп вообще мало. Так, мы теперь можем вернуться и надавать люлей этому челу. Извините. Ой, не туда. Туда. Тут вроде кухня, да? Спасибо, спасибо. Не знаю, почему так люблю резики. Хотя, ну, они не образец для идеальной игры. Ну, блин, вот ремейк и вот седьмая часть, блин, седьмая моя любимая вообще. Буду балдеть, когда буду ее проходить с вами. Правда, она страшная, для меня это самая страшная часть. Особенно начало. Где он? Блин, я специально взяла пистолет, чтобы ему люлей надавать. Ох, ёлка, ёлка, ёлка. Вот музыки тут не хватает. Ну да, она по графонисти. Я в ту, в которую я играла, типа, там меньше графена, конечно, было. А у нас есть? Угу. Вот сделаем тогда. Наше с вами грязное дело. Н. Ну, блин, ну так нечестно, так нечестно. Ну, я поняла, да. Ну, я специально поменяла.
Ладно, мне кажется, вот первая, вторая, ну, нулевая, первая часть, конечно, душнее, чем те, которые следующие, но я, в принципе, своими знаниями, наверное, быстро должна ее пройти уже, учитывая. Так он не перекачан, он переел. Так вон он там. А я не могу дропнуть, блин, надо вспоминать, где... блин, надо вспоминать, где сейф-комната в игре. Бодипозитивный Крис, да, его жизнь помотала. Сколько он, получается, в первой части Резидента, да? Потом он... первой части, потом... В первой части, потом, получается... в пятой? Возможно, в шестой. Тут где-то должен быть сейф. Тут, конечно, намного больше особняк. Блин, надо вспомнить, где же был сейф-то в игре. Опять из этих дверей это должно быть. Где же, блин? Пятая, шестая часть, да. Про седьмую я ничего не буду говорить. Ну там DLC есть с ним. Седьмая есть. Ну и восьмая там тоже, соответственно, будет Крис. Он задолбался уже просто, понимаешь? Блин, надо искать сейф-комнату. Там, по-моему, дверь. Вот здесь. Не откроется. А, открылась. Блин, по-моему, аж на первом этаже сейф есть. Я... Точнее, не сейф, мне нужен сундук. Вот, я неправильно выражаюсь. Да, тут не то. Ну, а смысл отсюда иду? Нафига. Просто я не понимаю, как тут дропать вещи. Так бы я бы скинула все, блин. А там, по-моему, только в сундук можно кинуть. Тут так нельзя сделать, как обычно. Тут. Сейчас дело пойдет, надо вспомнить только, где этот. Где сейф? О, здорово.
Блин. Может, здесь? А, ну я просто не планирую. Я только номерные буду проходить. Нет, здесь вряд ли. Хотела бы. Нет, закрыто. Жопа какая-то. Мне нужно просто сейф. Так, тут, по-моему... Больше пятой части? Ну, пятая часть вообще провальная. Так, ну вот тут может быть сейф. Немного тупо то, что нельзя просто дропнуть предметы. Может тут где-то? Самооборона, это я помню, да. Чё он так пугает столом? Ну же, погоди. Нет ножа, соответственно. А я никак не смогу подвинуть эту хрень, как мне надо. Могу, да? Я просто помню, что тут можно достать патроны, по-моему, или что-то такое. А, могу, да. Чем надо перезайти? Типа сдвинул немного неправильно. Просто эту локу зачистим и все. И дальше пойдем искать. Нет, нет. Вот там кинжал мой валяется, кстати. А я не помню, чтобы его можно было брать. Мне кажется, он одноразовый был, не? Отлично. Все.
Ну, у нас, в принципе, один слот свободный есть, можно посмотреть, что можно взять. Мы вниз еще не спускались, но там вроде ничего толком нет. Я могу ошибаться. Ну да. Тут дверь. Там что-то было, сейчас возьмем. Посмотрим дальше. Ну, тут еще один кинжал есть, я видела, вот он. И тут есть баба. Я знаю, что с этой бабой делать. Ладно, потихоньку сейчас будем зачищать. Так, это сделали. Нож можно забрать обратно? Нет. Это мы с вами сделали, тут можно что-то? Нет. Тут есть шпиль, который вроде нужен для, точнее, стрела. Вот это. Патронов, наверное, мне не хватит места для них. Тут вроде больше ничего нет. Если я ничего не путаю, то нужно вставить эту стрелу. А я могу путать. По-моему, нужно вставить стрелу. Ну, наконечник, да. В этот. В часы, не? Я могу, конечно, путать. Мне кажется, в часы. Сейчас посмотрим. Блин, а как мне дропнуть шмот? Вот в чем проблема. Вот в чем реально проблема. Ну, можно попробовать на балкон выйти. Надо смотреть... господи, смотреть тупо. Блин, точняк. Thank you.
Я не уверена, что он сюда вставляется. Теперь уже. Нет. Не, так, по-другому что-то надо делать. Ладно, пойдемте дальше искать. В любом случае не смогу. На кладбище? А мы сейчас можем туда идти? Точно. Да-да, я помню, что-то такое помню. Может, сейчас можем? Я не помню, можем мы просто на кладбище идти или нет сейчас? Сразу. А, можем. Точно, точно. Угу. Так, ну вставляем. Оба. И готово. Ой, я помню это. А, это еще не... Ладно. Книга проклятия. 4 маски. Маска, что молчит о зле. Маска, что не чует зла. Маска, что не видит зла. Маска, что не может ни говорить, ни чувствовать, не видит зла. Когда все 4 маски на месте, зло проснется. Ну, сюда маски надо будет ставить. Ой, там тоже, по-моему, запарно с этими масками. Так, у нас есть ключ от особняка, по-моему, ключ щита, если я ничего не путаю. Так, тут есть лут. Тут для дроби. Пока ничего не буду брать, у нас нечего. Закрыть с другой стороны. Там, по-моему, маска, кстати, как раз-таки лежит. Сука, Крис. Теперь вспоминаем, где меч был. Вот. Смотрите, мы с вами за 20 минут так много уже сделали. В скобочках немного. Так, где-то здесь должна быть дверь с сейвом. Так, лат у нас нет. Так, здесь Dungeon Master живет. Это тоже что-то знакомое, кстати. Где-то тут должен быть сейф, мне кажется, рядом. Нет, тут нет звуков. Даже услышу свою приятненькую музычку. Свисток. Ой, я помню, для чего свисток, кстати. А я, кстати, помню, для чего свисток. Вот где-то рядом, помню. Помню, что где-то здесь комната с сейвом. Так, тут, по-моему, лаборатура. Комната лабораторная, если я ничего не путаю. Я очень хорошо помню, кстати, эту игру. А, под лестницей, да, точняк. Сейчас сходим. Я просто помню, что локация пипец знакомая. Так, тут лут.
Мы с вами сразу сейчас все полутаем, то, что есть, отнесем в сундук то, что не нужно. Вообще, наверное, надо было бы все двери открыть с этим... с кинжалом. Ну, с мечом, точнее. Блин. Великолепный стикер, смайл, точнее, мне нравится. Вот, сейчас должна музыка играть. Любимая музыка. Да. Вот, сундук. Наконец-то сундук! Сейчас, подождите. Да ладно, у меня просто спина неприятная. Так, это для керосина. Если я ничего не путаю. Особое указание про утилизацию предметов. У нас есть основная информация о тех существах. Они могут оказаться мертвыми, но на самом деле очень скоро вернутся к жизни. Однако есть способы решить помешать им снова стать активными. В настоящее время есть два известных способа пресечь их воскрешение. Сжигание и уничтожение головы. Если новые методы будут обнаружены, о них незамедлительно сообщат. Между тем, для тех, кто еще и хочет жить, керосин был помещен на первом этаже особняка. Берите сколько вам нужно. Вам нужно что-нибудь, чтобы поджигать их. И это вы должны найти сами. У нас есть. Первое, да. Так, ну пойдем дальше. Так, сейчас с вами, знаете, что сделаем? Плутаем как можно больше предметов, все отнесем, и тогда... Тогда сможем полноценно уже это... Надо просто взять и лутать то, что нам нужно. Там еще мы с вами бриллиант не забрали, ну, камень драгоценный. Я помню, куда его нужно, но мы еще двери не открыли для этого. Надеюсь, я типа сейчас все скину. Нет, это я не буду скидывать. Керосин нужен, ладно, норм. Правда, керосин что-то так мало. Два, типа, на два заряда. Это хреново. Маловато будет, если честно. Вот так, N. Оба. Патроны улетают, пипец.
сука! Да сука! Сразу двоих загасили. Ой. Посос был, я признаю. Это был посос конкретно. Это был фиаско. Тут просто не очень удобно то, что ты не можешь... Ну, типа, была такая фигня, то, что в Zero можно было сразу комбинить. Это было удобно. Так, карт, по-моему, не. А, надо... Блин, нельзя зажечь? Да, я помню, что тут карта. Так, ладно. Все, сразу хорошо стало. Тут основная проблема в игре, то что тут не хватает слотов, пипец как. То есть в Zero хотя бы ты можешь использовать тиммейта своего в качестве ящика переносного, а тут постоянно приходится возвращаться зачем-то, это не очень удобно, конечно. Надеюсь, мне останется еще. По идее, должны, нам должны дадут. Вот оружие должны дать, вот. Так, сейчас поехали дальше. Так. Идем по Некселю. Да, по-моему, тут в любом случае. Она, по-моему, сломается, да? Потом. Да блин, там Эбола затупила в моменте определенном. Я не, типа, я игру перезапускала. Видимо, что-то не так произошло. Что-то не то с игрой. Сука. Наверное, надо было нож сыграть. О, и все. Был мужик и нет мужика, соответственно. Надо будет просто заново, наверное, перепройти как-нибудь. Блин, а тут... Блин, надо за свистком нужно, я вспомнила. Мы свисток не забрали. Сейчас сломается, наверное, нет? Почему не реагируют на эту дверь, алло? Чё ты, Вить?
А, вот надо дверцу забрать. Мне кажется, даже я плюс-минус помню, для чего она нужна. Но я могу ошибаться. Или нет. Ну, короче, сложно. Так, вот свисток. Бля. Зачем? Рукожоп, рукожоп, рукожоп. Он и рука, он и жоп. Песня про меня. Ну ладно, закомбиним хоть. Тут вообще катастрофически не хватает слотов. А у Джилл еще меньше. Я бы вообще тут охренела. У Рэтсел-то хотя бы больше слотов. А за Джилл играть это вообще импосибл. Ну, очень душно. Типа, и так-то, ну, душновато. А за Джилл еще душнее. Ну, типа, зачем она нам? Вам это нужно? Ну да. Да, это пукчамп, конечно, который мы заслужили. Я, кстати, не понимаю, почему Блэс РНГ, типа, тоже не добавят другого. Типа, в чем проблема-то? Ну, в смысле. Нет, я хочу, чтобы один был. Один раз и навсегда. Сегодня сэр Спренсер сказал мне спрятать кое-что там, где никто не может его найти, это найти. Но у меня была идея. Я подумала, если я смогу каким-то образом заставить опасное животное охранять это, такое, как злая собака, которая живет здесь, то никто не сможет добраться до него. Насколько я могу судить, Мут всегда крутится около балкона второго этажа на западной части террасы. Он должен перебежать на звук собачьего свистка. Здесь дело вступаете вы. Дело в том, что я думаю, вы единственный человек, который может подойти к этой проклятой собаке и избежать серьезного ранения. Это значит, что вы только можете надеть ошейник на нее. Объект, который хочет спрятать сэр Спренсер, находится внутри. Ты единственный человек, которому я могу доверять в этом деле. Конечно, ты получишь кое-что за это. Помнишь одну вещь, которую ты всегда хотел получить? В обмен на твои услуги я мог бы найти ее для тебя. Эта работа должна быть выгодна для нас обоих. Джон Толман. Так, еще красный вроде. Ботаника. Использование медицинских трав. Ну, это то, что... Все. Можно смело идти дальше. Мне по чем-то тоже, да, больше всего нравится. Пук-чам-тян, 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 пук-чам-тян. Ну, тян, пук-чамп, девушка. Ну, ты не тот пук-чамп, мы имеем в виду. Да, очень нравится. Обожаю. Называется Drag Queen.
Таких много, если что. Загуглите Drag Queen. Да, тут еще стример. Это одобряем. Я тоже одобряю, ребят. Ой, тут что-то надо сделать, по-моему, помню. Как бы помню, но как бы и не помню. Так, у нас кинжал появился. О, дробь. А, не, я ее так просто не возьму, я помню. Или возьму? По-моему, нет. По-моему, нельзя. Сейчас объясню, почему. Да. Да. Так и есть. Не знаю. Да. Блин, смотри, ты лицо в отражении. Лицо зрителей стримера? Почему? С чего это? Я теперь два старых ключа, кайф. Эх. Так, ну тут вроде ничего. Чисто все зачистили. Да. Да. Ой, я помню, да? Сука. Бред, сладенький.
Задолбали. Смысл, не помню. А, есть что-то. Да, да. Не, еще не все зачистили. А, ну да, там патроны же не забрали. Так, сейчас приду, ребят. Посек. Лол. Ля, какой лол. А, все, поняла, где. Хорошо, хорошо, если так. А ведь и не уходил вроде. Нет места в воровском кармане. Хорошо сказано, Лавин. А Мэлэй не приходил. Я тоже, правда. Блин, хоть бы дверь открылась. Пожалуйста, не ломайся. Фу. Пока еще принесло. В какой-то момент просто она перестанет работать. И это будет очень неприятно. Чё ты, Ле? Так, это я не буду убирать пока. Это мы с вами объединим сюда. Пока что возьмем. Свисток я пока, наверное, не буду брать. Пусть он у меня тут. Мы еще не все с вами изучили. Ну, в общем-то, да. Пока что так. Блин, пипец тут, конечно, не хватает. Керосин кончился. Что, букву? Ничего? Смотрел на ютубе уличную еду и теперь хочешь кушать? Все в твоих руках. Да блин, знаешь, у него это... психологическое это... Он сам... этот молодой человек по имени Мэлла сам сваливает периодически к другим стримершам. Как, например, вчера. И след его простыл.
А тут он следит, понимаешь ли, кто ушел, а кто пришел. И докладывает, значит, докладывает. Да, как это? Мэла, а вы не знаете, где Мэла? А Мэла уже нет. Блин. Сломалась, сука. Теперь надо 50 километров ходить. Поэтому гуляешь? Почему тебе не нравится резик? А второй резик тебе нравится? Он же прикольный. Второй резик классный же. Что тебе нравится? Ослеп? Или бухнул? Разные вещи. Скисок? Мне не нужен скисок. Надо просто Андромеду стримить. Андромеда... Ну не Андромеду, а Mass Effect мы будем 12 марта стримить. Графика и геймплей. Андромеда, да, скорее всего, мне нравится. Тут символ лад. Только дел в марте появилось, да? Такой занятой сразу стал. Внезапно абсолютно. Но я не уверен, что будет Андромед, вы чё? Без доната в марте. Ты вот всё с этой вот точки зрения видишь. Осуждаю тебя. Чё планировала в трилогию играть? По правде говоря. Не в ту сторону пойти. У меня с ХП что-то какие-то проблемки небольшие. Так, там еще дверь одна, давайте сходим туда сразу. Недавно я запускал, чтобы закрыть поезд пасхалку на дюну. О, как же я матерился. Что ж ты, восхищался, да, этой игрой? Ты, наверное, не неправильное слово подобрал. Не матерился, а восхищался. Игра великолепна, просто лучше. Да, Мэла? Вот это тупняк, конечно, конкретный. Ладно, пока так сажу. Так, ну нам это надо в любом случае будет. Но я, по-моему, не знаю, смогу сейчас взять. Да. Да, да, берем. Одни маты. Мат восхищения, да. Какая же прекрасная игра. Просто на высоте. Да? Так все и было. Прошел ее на выходе и поставил квест в надежде, что будет как десерт в приличном заведении после шаухи на вокзале. Блин, ну кстати, шаух на вокзале не всегда хреновая, если что.
Ну, у нас, по крайней мере, типа, делали норм. Не знаю, как сейчас, но раньше я норм ел спокойно. Ну, у нас нормально, типа, у нас, типа, рядом с вокзалом есть шавуха, которую реально вкусно делают. И я жива. Ни разу не отравилась от шавухи. Наверное, из хорошей кошки или упитанной собаки, не знаю. Да, получается, пробую разные на вокзале. Знаете, вспоминаю вот эти вот свою молодость. Свою великолепную молодость. Когда... приезжаешь домой с универа, а тебя бывший ждет уже с пакетом шавухи. Великолепно, великолепно. Единственное хорошее воспоминание. Про бывшую, я имею в виду, конечно. И ты такой, да, шавуха. Было великолепно, конечно, шавуху пожрать после учебы. Ну, я тоже, типа, ну, проверенную ем обычно. Вы что, вместе же? Не, меня просто, ну, как бы с учебы встречали, провожали. Сейчас бы вместе жить. В 2K21 году. Ну тогда это был не 21 какой. Получается... 2K15. Вроде. Ну да, вроде 2K15. Пипец, я старая, конечно. Я так думаю, какая же старушка тоже. Так, нам надо сейчас, наверное, вот тут дверь открыть. А, она там закрыта. Вот здесь, значит, были еще двери, которые мы сами... Вот у меня тоже был парень, который меня с работы с шавухой встречал. У тебя все впереди буквы, ты можешь найти себе такого парня. В чем проблема? В чем твоя проблема, буква? Так, алмаз тут пока лежит, пусть. Потом заберем. Шавуха большая, но она такая где-то. Такая вот, наверное. Но она вкусная была довольно. Ну, так вот, типа, вот. Да, да, где-то так. А потом я нажрала 20 кг. Наверное, это все из-за него. Я все-таки... Это плохие воспоминания с бывшим. Потому что этот гад меня откормил, и я набрала, блин, 20 кг. Конечно, я похудела, но чего мне это стоило? В смысле? А чё он... Типа, ладно. Так, вот тут еще, по-моему, дверь есть, да? Чё, ничего? И наверху еще должна быть дверь одна. Кухни бейкеров, отвечаю, ребят. Аванпосты это туп. Топ, конечно, туп.
Еще один зомбак идет. Лёск. Тикаем. Тебя сколько у меня патров? Патров сколько у меня? Патров. Разови ему голову. Молодец. Можно взять. Да, неловко, конечно, когда заходят твои родители, а ты там гачи смотришь. Фулл версию, так сказать. И там чувак говорит, let's celebrate and suck some dick. Это купли. Рик и Морти? Я не смотрела. Конечно, не шарю. Но очень много кто любит это... Блин, все боялся, что это за фигня, это вороны орут, короче, прикиньте. Как отбитые просто ушлепки. Не, ну прикиньте, как они орут. Так, это нам пока не нужно. Тут где-то был... Теперь нам надо посмотреть, что тут. А, это не та дверь. Да, да. Да, Лавин давно не делал клипа. У меня так классно, так пафосно не получится, как у... Как в оригинале. Блин, а тут, наверное, не, мы тут ничего не можем открыть. Теперь я пытаюсь вспомнить, нужен ли нам еще ключ со знаком меча или нет. Тут, короче, хрень. Мы по факту сейчас ничего не сможем взять, но посмотрю, может, тут еще что-то есть дополнительно. Да, тут есть ключ. Но так не все просто, как нам кажется, дамы и господа. А, тут еще дверь, вот кайф. Посмотрим, что тут что-то есть. Нифига, 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 нифига. Технически, технически. Можем попробовать. Его возьмем по приколу. Ну нифига. Нахрен. На место. Пик точёный, да? Так что здесь мы ничего не можем сделать. Ну, мы можем выйти на балкон. И там. Подождите, мы можем выйти на балкон? Вроде еще нет. Сейчас, подождите, где мы были? Вот мы с вами здесь. На лестнице тоже что-то есть полутать. Тут есть, тут есть. Сейчас посмотрим. Сейчас разберемся. Что за видос эти? Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
хорошо, хорошо прям. Let's celebrate and suck some dick. Цат великих людей, конечно, ничего не скажешь. Ну, кстати, почему-то хайпит больше Билли Харрингтон, чем вот этот чел, который... Он же еще там As We Can, по-моему, тоже он говорит. Да почти все вот эти вот известные такие фразы. В основном-то он говорит. Конечно, есть. Есть Билли Харрингтон, есть Ван Сама, который стримит на Твиче. Не знаю, сейчас стримит он или нет. Есть этот... вот этот чел, не помню, как его зовут. Клиши есть? Ты что? Тут еще вот надо посмотреть, может, тут что-то есть. Наверное, есть. Так что ты жизни не видал, получается, пеплок. Ну, конечно, Ван сам он такой, да, на слуху. Так, закрыто с другой стороны. Там маска. Вот, celebrate, так сказать. Let's celebrate and celebrate. Ну тут я, конечно, в тупик, конечно, попала какой-то. Так, надо вспомнить, куда дальше. Немного не успел за мемом, не понимаю. Ну, это хорошо, что понимаешь, это самое главное. Так, тут мы вроде все взяли, да? Тут надо как-то еще что-то сделать, я вот не помню, что. Я сюда ничего не могу, да, нигде вставить. Рыбхоз подъем. Папа собаку называет рыбхоз. У меня все. Во, да, выбрось. Все. Теперь мы все точно открыли. Просто не успел. Знаешь, сколько этому мему? Я еще в универе училась. Во, вот сюда нам надо, да. Плюс, конечно. Вот, здесь нужно будет посвистеть, чтобы призвать собаку. Что тут? А. Хорош. Ты хорошо, что металлоку открыли. Надо будет сейчас посвистеть и собаку призвать. У нас вроде свистка с собой нет, он там остался. Устала, блин, Death Stranding не пускает.
Ни за что я не перестану. Ух, сука! Орать! О, Григорий восхищен, но наверняка, да, но этим. Великолепный смайл, ничего не скажешь. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Блин, какая же хорошая игра. She's falling down, falling down. Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Так, вторая локация. Так, London Bridge is falling down. Ой, что-то я совершила ошибку. Какую-то определенного характера. Так, все. Так, второй сейф, ребят, поздравляем. Использовать, точнее, и комбинировать. Вот так, значит. Деньги на берег. Сколько? Может быть, лучше хералия тебе насыпать? Не хочешь? Лавин, может, тебе хералия насыпать? До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи. Ой, извините. По-моему, мы все то, что могли, открыли. Да. Что тут? Керосин, это хорошо. Да. Оп. Мне пока не надо. О, да, 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 да. Да надо забрать, ну ты рофлишь, да, берем, да, да, да. Теперь мы сами сможем взять тот дробовик, который нам нужен. Блин, песня заела теперь. Ви, значит, Виктор. Так, по-моему, там жопа будет конкретно. Так, ну что, пойдемте за дробовиком, получается, да? Ой! Извините, пожалуйста, не очень удобно получилось. Что, херали купишь? Молодец. Так, теперь надо вспомнить, как идти туда. Прости, куда? А я скажу, туда. А, я вспомнил, как туда идти. Тут реально вот надо запоминать конкретно, как куда идти, потому что это реально в один момент, это прям пипец как нужно будет. Мы сегодня с вами до 10, дамы и господа, так что не забываем. Надо идти туда, куда подсказывает сердце. Так. Добра.
Что там, NVIDIA ничего не презентовали еще? Вроде как сегодня должен был быть этот... В Доду. Да, ухожу. До свидания. Я в Доду. Сейчас заберем сами дробь и будем молодцы. Потому что что? Дробь — это хорошо. Потом заберем свисток. Точнее, да, заберем свисток. Ну, короче, план действий понятен мне на данный момент. NVIDIA молчат. Хорошо. Блин, завтра на работу. Это грустно, честно. Это очень грустно. Так, где тут была, по-моему, комната? Нет? Нет. Значит, дальше. По-моему, здесь, да, дверь вот эта? Да. Любонос любит тишину. Хорошо, тут дробовик не так много места занимает. Все, балдеж. Так, здесь больше ничего вроде нет, да? Да. Блин. А. За что, чат? За что? Отлично сидим. Чудо то, что я довольно быстро, в принципе, по меркам резик прохожу места определенные, да. Просто второй раз уже играю, большинство вещей помню. Так, походу, все хорошо. А теперь идем. Так, сейчас, наверное, надо было бы сохраниться. Сейчас собаку поймаем с вами. А у него, по-моему, что-то должно быть. Я, правда, вот, честно не помню, что должно быть, но, наверное, это поможет нам, поможет продвинуться по сюжету. Какой-нибудь ключ. Нам с вами нужно найти 4 маски, напомню. И они быстро сейчас найдутся, когда мы с вами все ключи откроем. Самое главное сейчас нам ключи все достать. Не так даже много дверей осталось, которые мы не открыли. Так что, по-моему, в прошлый раз я где-то часов за 15 игру прошла, а в этот раз, наверное, часов за 10 пройдем. Может, даже побыстрее, если я не буду тупить. Так, здесь есть что-нибудь? Нет, уже нет. За 30? Ты думаешь? Не, ну... Не, можно, конечно, и за 30.
Да можно за 50, ребят. Тупо АФК встать. Так, смотрите, значит. Показываю смертельный номер сейчас вам. Да. Собачья печенка. F. Как величайшая в истории человечества Екатерина. Смогла обмануть собаку. Оп! Хоба! Вот так-то. И знаете, что мы сейчас делаем с этим ключом? Вы не поверите. Правильно, правильно. Не, в другую сторону. Встань, чё, не до тебя. Встань! Смешно. Чайку бы или чайку. Ты чайку хочешь? Твои вкусовые предпочтения специфичны. Я сейчас бы чайку. А, тут что-нибудь. Шлем. Пойдемте искать, где там латы были. Не помню, где. Мы неплохо с вами движемся, на самом деле. Чем тебе чайка? Признавайся. Для супа он ускоренный стал. Он вурдалаком стал. Ха-ха-ха-ха! Извините. Да они тут все уже озверевшие жестко. По-моему, тут есть, да, дверь какая-то, которая шлемом открывается здесь. По-моему, это, да? Нет. Сейчас надо посмотреть, какие двери закрыты.
Ну, здесь, да, что-то закрыто, давай смотреть. Да, закрыта дверь. Угу. А, блин, Ребекка. Ты? Крис Редфилд, отряд Альфа. Мы пришли вас спасти. Ричард, что с тобой стряслось? Да, Крис, это место... Уводи отсюда команду. Демоны. Повсюду. Молчи. Ничего. Похоже, не кажется. Похоже, это змеиный яд. Но размер укуса огромный. Это не просто обычная змея. Поверь мне. Ему нужен антидот. Он остался в другой комнате. Я поняла, где. Только быстрее. Держитесь. Я скоро. Вот тут это на скорость. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Так, нам вот сюда. Третья причина — это боль от того, что умерла любовь. Сюда нам вроде... Да? Извините. Извините. Извините, извините. Ошибка произошла. Руинд. Так, берем лекарство для Чила. Так, подождите, стрим-то работает? Стрим работает, чат? А, все, да. Меня затроллить, да, пытались, как всегда? Не надо мне байтить. Я вижу, что он работает. Просто бывает опять ошибка, 400 выпадает, и все. Поздно, поздно уже. Кекать. Поздно кекать. Теперь вон в какую дверь надо зайти, чтобы, ну, понял. По-моему, вот это. Да? Вроде она. Да-да, она. Блин, как же я хороша, мы спасем чела сейчас.
Легчайше. Надеюсь, это то, что нужно. Спасибо. Я сделаю тебе укол, Ричард. Потерпи. Спасли Ричарда. Вот. Возьми. Моя рация. Береги себя, Ребекка. Я не Ребекка, глупенький. Ричард. Он живой. Просто потерял сознание. Ребекка, здесь нельзя оставаться. А типа если нужно сильно долго тупить, то он умрет. Да. Ричарду уже лучше. Скоро он встанет на ноги. Хорошо. Побудь пока с ним. Да. Как только Ричард поправится, мы найдем тебя. Ребекка, у тебя есть пистолет? Да. Хорошо. Я должен продолжить расследование. Береги себя. Ладно? Ладно. Все Али дали его мысли. Смотрите на него, поглядите. Поглядите на этого молодого. А тебе все мысли. В этой комнате большой запас медикаментов. Я могла бы вылечить любые раны. Заняться твоими. Да. Да, если можно. Займись. Спасибо. Что, когда есть такая Ребекка? Кто-то носом чует хорошую сделку. Большая часть препаратов от Амбрелла. Амбрелла? Ты не знаешь, кто это? Город живет за счет их налогов. Большинство из этих лекарств разработали они. Прямо здесь, в Ракун-Сити. Запасы подходят к концу, так что будь осторожнее. Да, конечно, крепота, крепота. А, я знаю, что это за место. Я знаю, что мы за место открыли с вами. Да. Блин, слишком хорошо помнит игру. Я, чё вы? Угу. Да. Сейчас сюда кое-что принесем с вами. Рано или поздно этот зомбак прибежит к нам. На коленях. Да, сюда мы тоже сейчас нужно будет кое-что отнести, но пока, в принципе, не к спеху. Помните алмаз? Вот сюда надо будет ставить алмаз. Один, еще второй надо найти будет. Ну, я помню приблизительно, где он. Так, здесь мы откроем сейчас дверь. Это шорткат будет.
А, нет, не тут, значит. Сегодня ночью играл в покер со Скоттом, с кем-то из охраны и с этим Стивом. Стиву очень повезло, хотя мне кажется, он шулер, мерзавец. Один из начальников поручил мне посмотреть за новым монстром. Он выглядит как горилла без кожи. Указание заключалось в том, чтобы давать ему живых животных. Когда я бросил ему свинью, он казалось, начал играть с ней, оторвал свинье ноги и выпустил кишки, прежде чем собрался сожрать. Около 5 часов утра Скотт разбудил меня, напугал меня конкретно. На нем был надет защитный костюм. Он протянул мне еще один и сказал, чтобы я надел его. Сказал также, что была авария в лаборатории. Так и знал, что что-то подобное случится. Эти ублюдки в лаборатории никогда не спят, даже по праздникам. Я ношу этот проклятый космический скафандр со вчерашнего дня. Моя кожа становится грязной и чувствуется зуд по всему телу. Проклятые собаки смотрели на меня странно, поэтому я решил не кормить их сегодня. Пошли они. Пошел медпункт, у меня опухла вся спина. Кроме того, она очень сильно зудела. Врачи наложили большую повязку на нее и сказали, что мне больше нужно... Не нужно носить костюм. Все, что я хочу, это поспать. Утром нашел еще один волдырь на ноге. Я волочил ногу всю дорогу до собак. Они молчали с самого утра. Это странно. Я обнаружил, что некоторые из них убежали. Может быть, это их месть за то, что я не кормил их последние 3 дня. Если кто-нибудь об этом узнает, то у меня будут неприятности. Я слышал, что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен этой ночью. У меня горит и чешется все тело. Я постоянно потею. Я расцарапал опухоль на руке, и кусок гнилой плоти просто отвалился. Что, черт возьми, со мной происходит? Лихорадка прошла, но зуд остался. Сегодня голоден и ем собачью еду. Чешется, чешется. Скотт пришел, уродливое лицо. Убил его. Вкусно. Чешется, вкусно. Вкусно. Давай запишем. Вот и возраст. Вкусно, вкусно. Кушать вкусно. Я что-то не понял. Наверное, скоро будет. Ну, типа, Юр сказал, что вы все равно сегодня не съешь. Так, пойдемте пока в локацию. Берем ключ. Хотя, наверное, тут можно дверь открыть сейчас будет еще. Типа, только завтра утром смогу поесть. Это единственная причина. Чтобы нормально завтра, типа, отнести к тому, что мне придется завтра рано вставать. О, тут пианино. Правда, я не уверена, по-моему, там ноты нужны, да? Просто так не сыграешь, да. Тут будет первая маска вроде. Если ничего не буду. Завтра же среда, да. Ну что? Ну да, среда мне на работу. Лавин, конечно. Тут даже думать не придется. Ой, извините. Тут, наверное, ничего нет.
Тем более он полезный, ребят. Он ест только своих кроликов и этого брокколи. Питательный у нас лавина получается. Всем хватит. Да, знатное мясо блатное. Да, я говорю. О том и речь, о том и речь. Как? Нужно перевязать раны? Да, давай. Я сомневаюсь, чтобы он стал первый Лию есть. Питательная лавина, да. Он как протеиновый батончик, ребят. Лена, десерт, понятно. Лев в шоке просто. А я забрала то, что мне нужно было, да? Да, я забрала вроде. Да. А, господи. Я же убрала флягу. Такая... Мало девушку, конечно. А ты что, не знал? Близкая подружка, да. Так, смотрите. Сейчас как покажу вам секретный номер. А если в красную? Вот, нам надо в красную. Вот все. Убедились, тентакли, поздравляю. Первая маска у нас. Блин, за будильник заиграл, да что ж такое-то?
Ну все, ребят, на этом сегодня будем заканчивать. Дальше продолжим завтра. Ой, точнее, на выходных. Забыла, что завтра я показываю Monster Hunter. Завтра будет коротенький стрим, потому что завтра у меня первый рабочий день, а в четверг мне опять на работу. В четверг посмотрим. Не знаю, будем. Ой, спасибо большое всем, кто смотрел. Была рада вас всех видеть, ребят. Спасибо большое, что смотрите. Ты как? Она опять будет лечить мои раны. Да, давай. Спасибо Вите еще раз за его поддержку. Вот и все. Лекарств больше... Не делай того, чего бы я не стала. Сук, наверное, зря я это сделала. Повязала его все лекарства. Кекс. На Monster Hunter иду? Да. Конечно. Нет, Monster Hunter Rise вроде на Nintendo Switch выходит. Как я поняла, это эксклюзивно. Поэтому демку бесплатно дают до конца января. И мы, соответственно, с вами поиграем в эту демку. Потому что, а чё бы не поиграть на халяву-то? Вот, поэтому завтра, я думаю, подрублю часов 8 по Москве, после того, как с работы приду. Правда, без вебки, но зато мы посмотрим с вами игру. Это классно. Вот, спасибо большое всем, кто смотрел. Еще раз большое спасибо Вите. Спасибо вам, ребят, что смотрите, что присутствуете. Мне крайне отрадно видеть, что вы каждый раз приходите из стрима в стрим, зная, что это душнина еще невероятно. Так что спасибо вам большое. Желаю вам хорошего времяпрепровождения, легкого дня рабочего, если кто-то завтра будет работать. И вообще просто легкого дня. Не болейте. Всем хорошего вечера и пока-пока.